Приветствую всех, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю всех с окончанием 11-го каталога, и сегодня у нас стартовал каталог номер 12, и я делаю заказ по нему, и покажу вам, как делать заказ, и расскажу, что я выбрала для себя. Итак, у меня в заказе парфюмерная вода Valeurs Moments, которую я очень-очень-очень сильно хотела, и удлиняющая тушь с эффектом накладных ресниц, вкладывается как официальному обозревателю, так что ждите полный обзор на эти продукты. И я заказываю для себя обновляющее мыло Beautanicals серия, очищающее средство для душа. Я с нетерпением жду эти продукты, просто у меня аж мурашки, как я хочу попробовать. Крема для рук, к сожалению, уже нет у нас в филиале. Я беру по два продукта, шампунь и восстанавливающий кондиционер, тоже из этой серии. Далее, у меня заказали туалетную воду из вкладыша в каталог Masquerade. Далее, средства для снятия водостойкой косметики тоже под заказ. Увлажняющая тональная основа беру для себя попробовать. Выбрала оттенок светлый бежевый, надеюсь, мне он будет хорошо. Далее, беру несколько тушей с эффектом нарощенных ресниц. Правильно называю? Наращивание, с эффектом наращивания ресниц, обалдеть, какое название. И беру себе тоже попробовать базовое покрытие для ногтей, закрепляющее, быстро сохнущее средство, у нас обновилась коллекция для ногтей, стойкий маркер под водку и тушь для бровей. И смотрите, так как я беру с определенных страничек, то и у меня несколько тушей, то на каждые 500 рублей, которые включают в себя тушь, начиная со страницы номер 3, заканчивая 23, то есть все продукты, которые я заказываю с этих страниц, они мне дают возможность получить в подарок парфюмерную воду La Mon Parfum. Обожаю этот аромат. И у меня будет их 4 штуки аж. Так, далее мне вкладывают пакет. Далее, со скидкой 50% я выбрала сумочку. Все-таки выбрала сумочку. Как вы знаете, я не хотела, я держалась. Но потом я поняла, что такая сумочка классическая, коричневая, она будет актуальна долго, многие годы, года. И я действительно хотела такой аксессуарчик. Мне его прям вот, ну, не хватает, честное слово. Далее, мне вкладывают каталоги 10 штук, как участнику премьер-клуба. И еще один за 9 рублей. Далее, пакет за 3 рубля, я его удаляю, нажав вот на эту урночку. И далее у меня wellness гид тоже мне не нужен, я его удаляю. В заказе у меня есть, так, дополнительно я добавила специальные цены. Пена для ванной, это из вкладыша. Так, далее, акция активности жаркие скидки. Я выбрала масло, мед и молоко и крем для ног. Наборчик всего 239 рублей получился. И выбрала за баллы, накопленные себе один продукт. Это наушники, но они у меня будут в резерве. Но я все равно их буду ждать. Очень хочу такие беспроводные наушники. Так, далее у меня в заказе два wellness пэка женских, один уже идет второй шаг, а второй четвертый шаг бесплатно. Смотрите, как здорово, если вы оформляете подписку wellness, то, во-первых, вы можете менять женских на мужские витамины, и, во-вторых, три штуки покупаете, четвертый приходит в подарок. Замечательная просто акция. Так, что еще? Вот на этот промокод внимания мы не обращаем. Это для клиентов компании, не для консультантов. И я нажимаю теперь продолжить. Посмотрю, что здесь еще, может быть, я что-то пропустила. Так, сумочку добавила. Все использовала, предложения все посмотрела. Есть дополнительные предложения, но здесь меня ничего не зацепило. Вроде бы все есть. Есть, конечно, интересные предложения, например, мыло, мед и молоко за 79 рублей в праздничной упаковке, много аксессуаров шикарных. Так, все есть, нажимаю «Далее», перехожу в раздел «Доставки». Смотрите, ребят, вот тут очень важно выбрать правильный вариант доставки. То есть, если у вас есть курьерская доставка, то при заказе от 4000 доставка бесплатная. Если же у вас менее 4000, доставка будет 200 рублей. Далее, можно выбрать в пункте выдачи, то есть вы нажимаете, вот так ставите точку, пункт выдачи, где тип, выбираете, что вам нужно, например, СПО, пункт выдачи. Если в вашем городе открыли пятерочки, значит пятерочка.
А здесь, с этой стороны, вы вводите свой город. Например, я вот выбрала СПО, здесь выбрала Саратов, вы свой город вбиваете, и вам сразу показывают все варианты адресов, где вы можете получить заказ. То есть вы выбираете тот, который вам ближе к дому, отправляете свой заказ именно туда. Но я ставлю на предыдущую доставку. Доставка на дом пусть у меня останется. Так, доставка на дом. Доставка на дом. У меня сбилась доставка на дом почему-то. Вот, вот сюда мне нужна. Так, и нажимаю «Далее». Здесь нам предлагают также какие-то продукты вместо платы за доставку. Но так как у меня доставка бесплатная, я отказываюсь. И опять нажимаю. Смотрите, оплата. Как оплачивать? Ребят, если вы оплачиваете, например, делаете заказ на СПО, то оплатить можно прямо перед получением. То есть вы вот идете получать, можете в этот же день оплатить. Если вы делаете доставку на «Пятерочку», то там нужно оплатить сразу заказ. То есть вот вы прямо его размещаете, сразу оплачиваете. Можно даже сначала, вы уже знаете, какая сумма, положить деньги на свой счет в Oriflame и потом нажать «Завершить оформление заказа». Вот я сейчас так нажимаю «Оформить заказ». Вот. А если доставка, то есть вы смотрите, какая у вас доставка, и сразу оплачиваете. Так, и того, что у меня получилось. Общая сумма заказа 7428 рублей. Скидка прошла 4350 с товарного поля. И к оплате всего 3078 рублей. Как приятно. 154 балла за 3000 рублей. Очень круто. При этом еще море подарков, акций, скидок, специальных предложений. Да, я всегда во всем участвую, мне это нравится. Всю скидку я использовала, очень хорошо, ничего не осталось на товарном поле. Можно нажимать просто «Оформить заказ». Все, заказ улетит. Но я сейчас с вами попрощаюсь, а сама еще раз проверю заказ, чтобы у меня точно все было верно, я ничего не пропустила. Вам всем желаю классных покупок, отличного каталога, чтобы он был еще лучше, чем предыдущий. Опять же, помните, что у нас в этом каталоге продолжается акция «Жаркие скидки». Вы тут можете в разделе «Новости» посмотреть все-все-все варианты, что у нас предлагается, что можно, в чем поучаствовать. Компания по приглашению проходит сейчас. То есть всегда листайте, вот что вот здесь вот интересного, это в разделе «Новости». Тут смотрите, тут читайте, во всем всегда участвуйте. Я вам желаю всем отличных покупок. До новых встреч, всего доброго, пока-пока.